методика Сайонджи – это одна из ветвей мануальной терапии, то есть воздействие руками. Но имеющие свои и национальные особенности восточного характера, потому что использует не только коррекцию сустава, как классическая мануальная терапия, это делается позвоночник в частности, вот, но используется и методика точечно-сегментарного массажа, ну то, что называют массаж шиацу. Организм, во-первых, представляет собой целостную систему опорно-двигательного аппарата и внутренних органов, которые взаимосвязаны между собой. И тут нужно, когда мы говорим о коррекции каких-то суставов, позвоночника в частности, то мы подразумеваем также и коррекцию внутренних органов, не воздействуя непосредственно на них. Работая с опорно-двигательным аппаратом, с теми группами мышц определенными, суставами, позвоночником и особенно таза, как фундамента опорно-двигательного аппарата, мы тем самым работаем и с внутренними органами. Это может быть кишечник, желудок, скажем, легкие, дыхательная система, сердечно-сосудистая система. Ну, особенно это интересно с гинекологической патологией, особенно у молодых. У девчонок, которые только вот формируются, будущая женщина, если это неправильно стоят кости таза, суставы, то может возникать различная патология функционального характера. Ну, там, скажем, нарушение менструального цикла, задержка месячных, скажем, их обилие, нерегулярность какая-то, понимаете, болезненность. Это очень важно. Чтобы предупредить это дело, вот, пожалуйста, можно вовремя принять меры коррекции тазовых костей. Курс лечения составляет 10-15 процедур. Длительность сеанса в среднем около 45 минут. Противопоказаний к этой методике практически нет, не существует. Дело в том, что мануальный терапевт, владеющий этой методикой, он выбирает и усилия, с которыми он работает, и сами непосредственно приемы этой мануальной терапии. И если с первого раза что-то не идет, и не надо там и стараться, это на следующий раз. Почему мы и говорим о курсе лечения? Не просто пришел раз-раз и уже все поправил. Это в этом и заключается, собственно, идея сама.